Сегодня в Риге произошла крупная авария на перекрестке улиц Масковас и Огрос, это район Кенгерекс. Мусоровоз столкнулся с трамваем, есть пострадавшие. Причем данные об их количестве разнятся. По информации полиции, их 9. По данным транспортного предприятия Рига Сатекс, мы 4. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, в трамвае было много детей, однако к приезду оперативных служб почти все разошлись. Пассажиры получили в основном легкие травмы. Большинство поранились разбитыми стеклами. Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Ну и вот, что нам рассказал представитель Рига Сатекс Виктор Закис. Сегодня 13:24 было столкновение грузового транспортного средства с трамваем 7-й линии, которое столкновение произошло на улице Масковас, на перекрестке с улицы Огрес. В течение 25 минут были освобождены рельсы, чтобы возобновить движение. В происшествии есть 4 пострадавших, ну и как в этих ситуациях, конечно, сразу вызываем скорую помощь и полицию, которая потом уже будет разбираться в обстоятельствах, почему такая авария произошла. Насколько я имею информацию, пострадавшие не было так серьезно, это, ну, травмы, но это то, что я имею. Сначала казалось, что нам нужно будет делать автобусный маршрут, чтобы привезти пассажиров дальше, но оказалось, что это будет быстрее, и удалось трамвай, пострадавшие убрать платформы и возобновить движение.